Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем проходить игру под названием Dying Light. Итак, сейчас нам нужно, собственно говоря, найти Рахима на эстакаде. Такая геройская музыка играет. Обалденная, кстати говоря, прикольная. Сейчас мы его пытаемся вытащить. Ну, вообще, он дебил. Что можно еще сказать? Дебил, ну, в Африке дебил, потому как ему четко было сказано: не ходи без указаний старших, не надо. Нет, он поперся, давай играть в героя, потому что это интересно, это весело, мать его за ногу. Так, у нас здесь чувачок есть. Sector Zero, I guess people are calling it now. And you know what we spent all our time on? The sewers. Now that sounds thrilling. Hey now, there's no need to be sarcastic. The line sewer system is a thing of beauty, if you've got the right eye for it anyway. You know who should have the right eye for it? You. If you got a point, now would be a good time to get to it. Patient, huh? Can't wait to get out there and kill some zombies, huh? They go everywhere under the city. You name a location, we've got a sewer line running about 5 or 10 meters below the surface. See, we were able to tie them into a bunch of existing caverns. Waste not, what not, am I right? They spread out under Haran in every direction. Most of them, much larger than standard sewer lines too, makes navigating around them a snap. Yeah, they sound like a great place for zombies to congregate too. Well, no system is perfect, is it? Марля, неплохо. Так, ну мы продолжаем топать. Мы продолжаем топать к нашему товарищу Рахиму. Рахим, мы идем на эстакаду, да? Если не ошибаюсь, нам надо попасть. И как нам туда лучше забраться? А я понял, кажется. Как нам лучше туда забраться? Вот как раз таки вот с этого здания. Вроде как. Прекрасно. Текс. Шикарно. О, замечательно, давай. Так, на эстакаде он где-то здесь. Аккуратно. Аккуратно, товарищ. Восстанавливай энергию. Да, мы почти пришли. Ну и где он? Не понял юмора. Обыщите тела. Вот эти, наверное, так я понял. Рахим, where the hell are you? Брекен, it's me. I found Omar's body on the overpass, but no trace of Рахим. Shit. Any idea where he'd go? I told him to hide in the train yard. You find him, you hear me? That little bastard better be alive. Ну зашибись, как мы зашли. Удачно просто. И что теперь? Как отсюда выбираться? А, все понятно. Банально. Все оказалось очень банально. Отлично. Депо у нас уже здесь. А мы на лестницу. До свидания. До свидания, зомбари. Нам с вами не по пути, блин. Вот харкаться-то как любят.
Так, ну что, нам теперь надо сюда попасть, в депо. Что у нас там с навыками? Так, электрические ограды. Не нужно. Удачный ремонт. А вот это полезная вещь. Уровень ловкости. Легкое приземление вдвое уменьшает урон от падения. Падение с большой высоты по-прежнему смертельно. Если Кусаки вас схватит, вам будет проще вырываться. Давайте легкое приземление сделаем. Вот здесь пока что ничего полезного. I found Omar's body on the overpass. Raheem must have gotten away. At least I hope so. I told him to hide in the train yard, so there's a chance he's still alive. That's right! Keep coming, you motherfuckers! I'll send you all to hell! Хорош. Ох, как удобно. Ну чё, хлебнём? На. Прекрасно. Отлично вообще. И ты теперь. Все-таки полезная эта штука. Энергетик этот. Что у них, блин, одна ерунда просто. Дебильная. Так. Здесь, что ли, где-то? На, падла. Рахим! Крейн, I didn't think I'd make it, so I armed the bombs. They'll blow in less than 5 minutes. Oh shit, kid, you're bleeding. Huh? Oh, I cut myself. It's not fucked. Just plant the bombs. I don't move, you got it? I'll be right back. Ну дебил, блин, еще и бомбы просрал. Raheem, can you hear me? Where the fuck am I going with these things? There's a sewer entrance here in the terminal, near the west wall. Use that tunnel. It'll take you straight to the hive. Так. Да чтоб тебя! Ёлы-палы. Ну и чё здесь такое? Понятно. Одна хрень тупая. Ну и ладно. Давай, плыви быстрее, чувак. Еще надо в гнезде прыгунов успеть установить эти бомбы. Ну нифига себе. Аккуратно. You need to put the bomb on one of the big support columns.
Все, понять бы, что здесь делать. Вот жопа-то, а. Слушай. Мне что-то, мне кажется, не очень круто здесь все. Ну и что дальше? Вот это что ли скат? Похоже на то. Да как так-то, придурок-то какой? Не до того. Я понимаю, что я, скорее всего, сейчас туплю. Так далее, тому подобное. Ну же, блин. Да мать твою. Да мать твою-то, блин. Твоя слина. Не, вообще не понимаю я. Что здесь можно делать? Как здесь забираться на всю эту хрень? Может, сейчас надо будет переигрывать. Зашибись. Вот обязательно вот отсюда было. Куда я иду с этими вещами? Есть сувер-энтренс здесь, на терминале, рядом с восточной стеной. Используй этот туннель, это приведет тебя прямо к хайву. Давай ближе к делу, сразу говори. Дебилоид. Ё-моё. Okay, I'm back on the surface. See that big ass culvert over to your right? Head through it. Once you get into the building, head up the ramp and get up to the floor above. You need to put the bomb on one of the big support columns. Ну, одна из несущих колонн, она может где-то здесь? Не, не открыть здесь. Не понимаю я юмора вообще. Так, у меня тут была мысль как-то вот сюда попасть. Но я не знаю, как туда попасть, понимаете? Вообще без понятия. Тоже непонятно. Ох, да. Не, у меня была мысль залезть вот по этой вот ржавой трубе. Ну, по подъемному крану. Но как забираться по ней, я не знаю. У меня даже нет мыслей. По-моему, никак. Вообще причем. Не знаю. Может быть здесь. А, ну, наверное, сюда нужно, да? Так, сейчас не до зомби. Окей, first one set. Окей. Pay attention. Find some stairs. And get to the next floor up. You're looking for another column, like the first one. Пошла в жопу. Так, крыша отсюда. Так, 30 секунд, блин. Нет, по-моему, это бессмысленно.
Здесь нужно все делать постепенно. Ну вот где она здесь, а? Че вот я... А, ну понятно, че я прослопочил. Raheem, can you hear me? Where the fuck am I going with these things? There's a sewer entrance here in the terminal, near the west wall. Use that tunnel. It'll take you straight to the hive. Да. В общем, понятно, здесь нужно было изначально сразу же спринтом добежать до первого этажа, там установить бомбу, потом на второй этаж, там тоже бомбу установить, собственно говоря. Идите вы все в жопу. Так, давай сразу. Окей, first one set. Кыш! Теперь надо сваливать отсюда, да, таким же путем. Запутанным. Тут надо, друзья, валить. Да побыстрее. Так, окейшки. Окейшки, нормалек. Нам же сюда нужно? Или куда вообще? По-моему, сюда. Ну да, точно. Все понятно, нужно нам какое-то новое оружие взять. Нормальное причем. Нож-крюк. Пускай будет на какое-то время. Аккуратно, этот придурок. А, он все тут. Рахим! Это я, кид! Я сделал это! О, Рахим! Я бы еще видел это! О, Бог! The whole damn building came down! Oh, shit! No, Raheem, stop! Raheem, it's me! It's me, kid, it's Crane! Oh, Jesus! Raheem, stop! So, that's your fucking bite wound? You goddamn stupid fucking kid! Oh God, Jade. Да уж, ребята, офигеть. Брекен, Рахим,
Raheem's dead. Fuck. Get back here. And don't say a word to Jade. Not yet. Так. Выйти нам отсюда. Тем же путем, что и заходили, да? Raheem's dead. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. I don't know what the hell I'm gonna tell Jade. Идите в сраку. Малек. Аккуратно. Ох, сколько вас здесь, блин. Похоже, им все равно. Ай, здрасте. Кстати, вовремя мы возвращаемся. Что у нас фонарик-то работает? Нафига? Вопрос интересный, правда? Красненько. Почти пришли уже, слушайте. Что там происходит вообще? Зомби что-то звереют абсолютно. Здрасте. Да ё-моё. Во. Ну, что нам нужно? Так. Нет. А, нам выжимаемость дали. Обращение со щитом. Научитесь создавать щит и использовать его в бою. Нет, нафиг. Так, блин, опять мы лифт пропустили. Или стоп. А, я там брекен нужен. Raheem's dead. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. Не надо фонарик включать. Вот он автоматически фонарик включает. Зачем? Стоп. Где брекен-то? Он же всегда в одном и том же месте вроде как, не? Не, нету его здесь. Ну, ладно. Ну а здесь, допустим. Где он есть? Может, он вообще на крыше? Проверим. Ну так, на всякий случай. Понимаете, да? Нет. Нет его здесь нигде. Ах, понятно все. Понятненько. Значит, нужно где-то в другом месте его найти. Зашибись вообще, блин. Кто вот так запрятал его? Можете мне сказать? Нахрена? Или вот он? Нет, это не брекен.
Raheem's dead. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. Brecken. How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. What? Look, he was my friend, too. He was the best one I had here. I know, I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. I don't know. Jade! Jade! Wait! Jade, goddammit! Just give her time. She needs to grieve. Sarah! Shit! Get down there! Что происходит? Воу! Ах ты, падла! Аккуратно. Подонки. Хитрые они, слушай. Так, вот так сделаем. Потом дальше. Жари, лечись. Вот так. Падла. Прекрасно. Так, еще ты остался, да? Так, где тот, у которого винтовка была? Так, где тот хрен, у которого была винтовка? По-моему, вот у этого. Чё за... Пока я не найду винтовку, я дальше не пойду. Винтарь заполнен. Так, ну чё тогда? Вот эту фигню разберем. Так, может быть, тут где-то? Не? Мне просто интересно. Где-то здесь, по идее, должен быть этот тугрик. Странно. Блин. Как же было бы круто, слушайте. Снова найти винтовочку. Вон, даже топор остался. Кстати, надо взять топор. Так. Простой молот. Хотя уже на детали, а топор возьмем. Не, ну все-таки такого не может быть, слушайте. Винтовка-то должна была остаться, по сути. Правильно? А, ее нифига не осталось. Во фигня-то.
Может быть, тут где-то валяется, мы просто пропустили. Такое, кстати, тоже может быть, как бы. Понятно, в общем. Ерунда. There's no one inside. They took Zera and drove away. Все ясно. Что дальше? Shit, Брекен. Zera has been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit Asko. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zera. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Далеко нам надо топать. Ой, блин. Слушайте, очень далеко. Знаете, что предлагаю? Я сейчас предлагаю отдохнуть немножечко. Капелюшечку. И потом уже пойти доктора Зера вытаскивать. Так будет, наверное, правильнее всего. Так, теперь сюда. Прекрасно. Сейчас надо просто отдохнуть чутка. Ну, правильно. Reckon there's no apologies necessary. And don't worry, I'll bring Zera back in one piece. Just be careful, okay? I'm sorry about Raheem. I know you were close. Hell, I love that stupid kid too. Окей. Так, аптечка. Прекрасно. Что ж, друзья, давайте тогда мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.